Йоу, всем привет, дорогие друзья, на связи я, Тумка, и как давно я эти слова не говорил. Прошло больше месяца с тех пор, как я выложил последний ролик на этот канал, и наверняка у многих из вас возникает вопрос, почему так произошло. Дело в том, что, как вы знаете, этот канал у меня очень сильно связан с моим сервером по Майнкрафту Raid Mine. Месяц назад произошла такая ситуация, что сервер нам пришлось временно закрыть, а все связано с тем, что главный разработчик сервера заболел. Да, как вы знаете, в наше время это не очень большая редкость, и, к сожалению, разработка сервера просто остановилась, и мне уже просто негде было снимать ролики. Однако я решил, что так не может дальше продолжаться. Мы думали, что сервер откроется вот-вот завтра, уже завтра, и так мы думали целый месяц. Именно поэтому сегодня я выкладываю ролик не на своем сервере, а в одиночном мире. Однако, поверьте мне, этот ролик будет ничем не хуже всех предыдущих. Ведь сегодня я зашел поиграть на Хайпикселе и повстречал там разных подписчиков, но зашел я с левого аккаунта, чтобы меня никто не узнал. Я повстречал там разных игроков и одному из них даже предложил вместе поиграть и пройти Майнкрафт, устроив небольшое соревнование. Как вы уже поняли, прямо сейчас я созвонюсь с этим человеком в Дискорде, потому что мы находились уже с ним в Дискорде, и он зайдет в мой одиночный мир, в котором я подготовил ему очень интересный сюрприз, который вы наверняка уже могли узнать, посмотрев название этого ролика. А пока что ставьте лайк этому ролику, подписывайтесь на канал и напишите в комментариях, соскучились ли вы по роликам на этом канале. А я всеми силами постараюсь возобновить регулярный выход роликов. Ну что же, погнали! Кстати, знаете, в последнее время я стал задумываться, как должна выглядеть для меня квартира моей мечты и как бы я выглядел в одежде разного стиля. С этой задачей мне помогла справиться игра Аватария, ведь она сочетает в себе уникальные возможности по созданию собственного персонажа, покупки и смены одежды, внешности, аксессуаров, украшений, даже обустройству собственного дома и работе с интерьером и мебелью. Но знаете, это лишь малая часть, ведь вы также можете посетить город, заглянуть в школу и классно оторваться на дискотеке, на которой вы можете найти себе новых друзей или даже встретить свою первую любовь. В игре постоянно появляются новые обновления, которые точно не дадут вам заскучать, поэтому скорее скачивайте игру на свой Android или iOS и вводите промокод TUMKAGAMESAV21, чтобы получить много разных крутых штук. Ссылочка находится в описании. Давай, короче, напоминаю эти соревнования. Суть в том, что 2000 рублей я готов тебе дать, если ты пройдешь Майнкрафт быстрее меня. Да? О, это круто. Все, давай, начинай. Раз, два, три, поехали. Быстро, быстро, быстро. Все, начинаем рубить дерево. Значит, смотри. О, боже, еще и дождь начался. Короче, максимально нам сегодня с тобой не повезло. Хотя, знаешь что, я в любую погоду готов тебя затащить, так что будь осторожен. Да, это мы все проверим. А, то есть ты еще уверенный в себе, да? Оказывается. Да, и я все на самом деле очень сильно уверен. Окей, что ты купишь за эти 2000 рублей, если ты выиграешь сейчас меня в соревновании? На самом деле не знаю, наверное, задоначу на Хайпиксель. Задоначу на Хайпиксель, то есть купишь себе привилегию на сервере, да? Да, это очень будет круто. Это будет круто. Ну да, согласен. Ну ладно, смотри, давай так. Ты идешь развиваться в своем направлении, я иду в своем направлении для того, чтобы мы друг другу не мешали. Да, хорошо. Окей, я не знаю, я могу предположить, что в этом биоме должна быть где-то деревня, поэтому я, наверное, пойду искать деревню. Деревня? Ой, это что за леса? Подожди. Тут леса в этом биоме. Леса? В каком биоме? Ну, где мы заспавнились. Почему тут леса? А, ну в этом биоме не может быть леса. Может быть, ты перепутал ее с овечкой? Это... Вот опять, вот она, леса. Подожди, подожди, сейчас прибегу к тебе, подожди, сейчас прибегу к тебе, покажи. Только держи ее, хватай ее, ладно, за руки, за ноги. Сейчас бегу за ней. Хватай ее, хватай для того, чтобы я успел ее увидеть, потому что это событие, наверное. Если вы в этом биоме встретили лесу, то это событие на миллион. Она убегает, я ее потерял, походу. Ты ее потерял? Надо куда-то делать. Так, ну и где твоя лиса? Показывай мне, где ты нашел свою лису? Я здесь, давай, покажи мне. Она вот тут. Я просто смотри, я шел, вот добывал дерево. Тут бегала лиса. Я за ней тут побежал, она куда-то пропала. Ты так меня отвлечь пытаешься? Так я сам. Лиса, хм, ну да, лисы же ведутся в бирюзовом лесу, или что это за биом? Короче, ты меня отвлек, я пришел за 200 метров сюда, прибежал для того, чтобы посмотреть на лису, и в итоге посмотрел только на тебя. Ну, это очень хорошо. Да-да-да, хорошая достопримечательность, однако я пошел выживать дальше, потому что у меня до сих пор даже нет камня. Чего, ты уже выполняешь ачивку с камнем? Ладно, я тоже добыл булыжник свой первый. Это отлично, но ты меня опередил на ровно 3 секунды, чувак, это как-то несправедливо даже получается. О, какой... Подожди, тут какой-то песик милый вообще. Милый песик? Да, прикольно. Барсика не трожь, мы его слышишь? Барсика мы его не трожь, ладно? Смотри, чтобы она тебя не поцапала, потому что если что, то барсики обычно очень даже агрессивные. Ой-ой-ой-ой-ой, у меня очень мало сердец. Что, он тебя покусал все-таки? Вообще очень сильно. Я же говорил, он к барсикам подходить не нужно, только если у тебя косточка есть. Он за мной бежит. А, кстати, что говоря, я забыл тебе сказать, короче, я в этот Майнкрафт добавил такой мод, который усложняет игру. То есть, типа, все мобы становятся более агрессивными, чем они есть на самом деле. А, так вот почему. Ай-яй-яй. Все, я почти убежал от нее. Ну ладно, беги-беги от него, давай, не оборачивайся, залутайся, я не знаю, там, в шахту залезь, добудь немного железа, а то что-то мне как-то скучно, я прохожу Майнкрафт и быстрее тебя. Слушай, но у тебя нет таких агрессивных волков. Да, у меня нет волков, однако знаешь, что у меня уже есть железо, ей, плюс одна ачивка.
в ковчеге, причем она будет прямо сейчас, когда я его переплавлю. Найс, переплавил. Ты уже переплавил железо? Да, ты только каменные инструменты сделал. Ну, чувак, я тебя опережаю, поэтому давай потороплюсь немножко, а я тем временем... Зато у тебя нет еды, а у меня теперь есть. У меня нет еды, это да, однако знаешь, что у меня есть? У меня есть сила духа. О, кстати, я нашел железо уже. О, железо нашел, так, смотри, а я тем временем уже нашел золото, поэтому я в любом случае тебя уже опережаю. Так, смотри, давай так, я нахожу первые алмазы, прохожу Майнкрафт, а ты мне отдаешь в итоге 2000 рублей. А у меня 2000. Понимаю, но это, конечно, грустно, а ты вообще нашел какую-нибудь шахту, не знаю, каньон, может, какой-нибудь, потому что я в огромнейшем гигантском каньоне. Я тоже в каньоне. А у меня тут и золото, кстати говоря, есть, еще и алмазы есть. О, подожди, тут осел. А где осел? Осел в каньоне. Там зеркало в каньоне, что? Осел в каньоне. А, осел в каньоне, ё-моё, чувак, как ты мог осла в каньоне найти вообще? Ты нашел реально осла в каньоне? Прикинь, у меня очень... Да, меня он сейчас убьет. Осел убьет меня в каньоне, вот это я понимаю. В Майнкрафт называется переиграл, малыш. Ай-яй, еще и кто-то стреляет. Еще и кто-то стреляет, говорит, осел стреляет. Осел, да, это осел стрелял. Я так понимаю, ты меня решил сегодня, да, окончательно затроллить тем, то, что, я не знаю, отвлекать как-то мое внимание, чтобы я не развивался в Майнкрафте, там про ослов своих каких-то разговаривает, про лесу в Майнкрафте. Да. Подожди, это серьезно говорю. Потом вдруг, я не знаю, осел превратится какой-нибудь, короче, в пони какой-то. А может быть, он реально в пони преобразится. Ну да, в Майнкрафте же так умеют делать мобы. Ну, я не знаю. Может, ты там что-то подобавил, не то. Я переплавлю все еды. Переплавь еды и поскорее, там быстрее какой-нибудь пони тебя уже сожрет. Тут этот, Плюющий? Кто плюющий? Ай, прикинь, я сейчас умру. Что происходит у тебя вообще? Верблюд, вот, я вспомнил. На тебя сначала напал, значит, осел в шахте, а потом верблюд, да? Да. Однако достаточно неплохо. Знаешь, еще какая-нибудь ведьма бы на тебя напала, вообще было бы замечательно. Да, в смысле, ты думаешь, я вру тебе? Я не думаю, что ты врёшь, но звучит все довольно-таки странно. Я серьезно говорю. Слушай, ты явно очень устал. Может быть, тебе пойти спать? Может быть, ты передумал этот челлендж выполнять? Не, мне нужно 2000. Кстати, мне кажется, я вижу твой никнейм. Подожди, а ты в той шахте, что ли? Я вижу твой никнейм, походу. Да, ой, а что ты черепаха делаешь? Какая еще черепаха? Ну, черепаха, обычная черепаха. Где ты нашел черепаху? Ну вот ты видел мой никнейм. Беги сюда. Тут черепаха. Сейчас, я вижу, ты под землей в шахте, да, в каньоне одном? Так, я вижу, окей, сейчас я к тебе спущусь, посмотрю на твою черепаху. Вот она, черепаха. Куда она уходит? Держи черепаху, чтобы она не сбежала, а то как так же, как с лесой получится. Она пропала, серьезно? Мне кажется, знаешь, мне просто кажется, что ты меня обманываешь, причем очень нагло меня обманываешь. Я серьезно тебе говорю. Окей, я здесь, так, показывай мне, где твоя черепаха. Я прямо над твоей головой. Так, разлей мне водичку, что ли? Нет водички. Нет водички, понимаю. То есть ты меня опять заставил просто потерять свое время впустую, у меня стреляет скелет. И где твоя черепаха? Показывай. Да, тут была. Да, честно, тут была. Показывай, так, ну давай, показывай, где твоя черепаха, я здесь. Да ты полужелезник. Какой полужелезник? Да ты просто меня отвлекал, то есть никакой черепахи на самом деле не было. Чувак, я потратил свое время, все, знаешь что, я теперь буду давать твое железо в шахте. В смысле, в моей шахте? Ааа, помогай, скелет убьет, быстро убивай его, иначе я не дам тебе 2000 рублей. А, ну ладно, я его... Убивай его, все, я пошел дальше развиваться, потому что из-за тебя я потерял время очень много, причем я спускался в этот каньон 3 часа. Ё-моё, я нашел алмазы, чувак, я нашел алмазы. Алмазы? Да, я нашел алмазики, а у тебя там что? Тут житель. Житель что, где? Житель в шахте. Житель в шахте? Ты прикалываешься? Он мне показал алмазы. Он тебе показал алмазы, я тоже добыл алмазы, кстати говоря, чекай. Вау, я тоже добыл. Кто? Он забирает мои алмазы. В смысле, он забирает твои алмазы? Мне не хватает на кирку теперь, блин. Ты рофлишь, ты сейчас пранкуешь меня или что это такое? Я тебе серьезно, он убегает, а ну стой, отдай мои алмазы. Что отдай. У вас там вообще происходит, я не понимаю. О, он сгорел. Он сгорел? С моими алмазами. Житель в Майнкрафте в шахте сгорел с твоими алмазами. То есть ты еще скажи, что он за тебя их добывал. Он их добывал. Понимаю. Ну, я не знаю, что у тебя происходит, тем временем у меня уже 6 алмазов. Он сгорел с моими алмазами. Грустно, наверное, да, тебе? Очень. Я так понимаю, ты уже проиграл этот челлендж, ты уже решил просто, знаешь, уже стараться даже не буду, просто уже вижу жителя в Майнкрафте в шахте, который за меня добывает алмазы, да? Да, конечно. Я не знаю почему, но у меня вообще скелеты появились в шахте, причем безумно какие-то стрелки меткие. У меня тоже скелет, блин. Может, ты меня пранкуешь? Я тебя пранкую. Ты понимаешь, что во время, когда ты мне говоришь, что у тебя там что-то происходит, я в это время добываю алмазы в своей шахте. Блин, может, это у меня уже что-то не то. Я же тебе говорил про модификацию, которую я добавил, которая типа улучшает мобов и делает их более агрессивными. Все, он сгорел. Ты кого? Кто там сгорел? Скелет. Не, у меня, кстати говоря, тоже тут очень жесткие скелеты. Причем я не замечал ни одного жителя в Майнкрафте в шахте. Ты прикалываешься? Не знаю, жителей я не замечал, но супер мед.
метких стрелков почему-то я замечаю постоянно. Я сейчас горю. Серьезно? Не, звучит достаточно странно, конечно, найти скелета в шахте, который будет максимально метким, но в принципе все возможно в этом Майнкрафте, правильно? Стоп, подожди. Только что был скелет с железной броней. А сейчас без брони вообще. Он сам прыгнул в лаву. Сам прыгнул в лаву. Это скелет, который решил просто, что ну все, шансов уже нет, надо умирать. Ладно, я тем временем отправляюсь в ад, кстати говоря. Мне кажется, я уже опережаю тебя как минимум на то, что я уже отправляюсь в ад, а ты еще в шахте там тусуешься со своими жителями и скелетами. Так, оба. О, все, последняя палочка есть. Палочка, ты что, ты уже последнюю палочку выбил, серьезно? Рыба в аду, ты что? Рыба в аду? Я по ней попасть не могу. То есть ты встретил сейчас рыбу в аду, и ты хочешь, чтобы я в это поверил? Ты меня троллишь, реально. Я тебя троллю? Может быть. Это совсем другой мир, откуда тут рыба? Рыба в Майнкрафте. Не, ну, с учетом того, что я добавил мод сюда на усложнение Майнкрафта, возможно, это как раз с модом добавляется. Ну, в другом мире, как она тут появилась? Ну, я не знаю, я вообще бегаю по миру, я ничего такого необычного не замечаю, как ты. А вот ты сейчас где? Я сейчас в аду, я уже добыл палочки все, я отправляюсь уже обратно в обычный мир. А, я забыл, с пиглами же еще обменяться надо. Да, я тоже про это забыл совсем, у меня тоже все палочки. Окей, ё-моё, главное очень быть осторожным, чтобы случайно не умереть. Не, знаешь, что хуже всего, наверное? Хуже всего в аду было вот с этими ведьмами, которые постоянно, они появляются, причем очень-очень часто. А, тут реально ведьма. Да, я говорю, ведьмы всякие, они появляются, причем они сразу, знаешь, нападают, начинают убегать и кидаются всякими непонятными зельями. Да, это как, что? Вот у меня происходило то же самое, причем она потом подходила ко мне снова и выбрасывала у меня какие-то зелья. Я от нее спрятался. Ты от нее спрятался? Ты уверен, что от ведьмы сможешь спрятаться? Она мне медлительность кинула. Жесть, да? Это в смысле? Как она вообще посмела? Хотя, ну, я не знаю, ведьма это еще нормально. Если бы там напала какая-нибудь более жестокая свинья, вот это было бы уже страшно. Это реально такая свинья была. Вот у меня то же самое. Причем, я не знаю, в этом Майнкрафте они как будто все стали более умными. Они то убегают, то подбегают. Да ну ее, страшная. Она все равно тут идет. Я ее бить не могу. Попробуй, короче, знаешь, я заметил, что они воды боятся. Реально, они боятся воды. Если разольешь у них воду, возможно, они умрут. Хотя зачем я тебе помогаю? Если воду нельзя в воду лить. В смысле, воду нельзя в воду лить? Я каждый день так делал, в смысле нельзя? Все нормально получается. Просто воды нету. У меня даже воды нету. У тебя воды даже с собой нет. Ну блин, ну ты пришел в ад без воды. Зачем ты? Ты неорганизованно пришел в ад. Да блин, меня сейчас эта свинья убьет, что делать? Ха, беги от нее. Хотя нет, наоборот, умри лучше от нее. Тогда я быстрее смогу пройти Майнкрафт и выиграть. Я убегаю. Ты заметил то, что вот уже минут примерно как 15 или 20, ты выживаешь, уже ничего странного не происходит. У меня такое подозрение, что ты просто меня троллил все это время. Да, конечно. Что я прохожу уже Майнкрафт. Смотри, я уже. В смысле, прохожу Майнкрафт? Я, кстати говоря, нашел крепость уже. А ты посмотри в ачивку. Что? Подожди, в смысле, как ты? Подожди, ты уже попал в энд? Да, я уже в крепости. Так мы же с тобой одновременно находились в аду, как ты меня так опередил? Ну, вот так вот я прибежал сюда быстрее тебя. Не-не-не-не, подожди, так нельзя, пожалуйста. Давай, ты немножко там застопишься, подождешь меня, ладно? Да, нет, конечно. Камон, подожди меня хотя бы немного, потому что я не успеваю. Нет, эндермены это еще ладно. Эндермены, вот пусть тебя как раз они сожрут, кстати. Ага, не сожрут они меня. Ясно? Почему два дракона? В смысле два дракона? Что дракона произошло? А это был ты! В смысле это был я? Мне написали в чате, что ты меня тебе убил. Написали в чате? Кто тебе об этом написал? Сервер написал в чате, ты у меня убил с помощью магии. Да это нет, тролли? Это не я тебя убил. А почему мне написали, что это ты убил? Кто тебе написал? Кто тебе соврали? Меня никак не могли соврать. А что там у тебя произошло? Меня убил дракон и написали, что это ты меня убил с помощью магии. Я вообще только сейчас подбегаю к Энду. Ты, да кому ты врешь? Ты совсем что ли? Это троллинг был? Ты что, ты как-то уже обзывательства какие-то пошли уже. О, ты меня телепортировал. Да, чтобы ты прошел Майнкрафт наконец-то. Давай, убивай дракона. Ой, блин, он исчез! Как так получилось? Что? Все, прошел Майнкрафт, получается. Да, я прошел. Давай, кто первый прыгнет? Опа! Блин, получается, я прошел Майнкрафт первый. Вообще-то было нечестно. В смысле, было нечестно? Почему? Это ты был, да? Что я был? Ну ты меня троллил. Нет. Меня троллил, 100%. Я бы тебя троллил, не знаю, я бы не троллил тебя. Да, да. Смотри, вот сзади тебя видишь эндермена, вот это не я. Почему я его убить не могу? Это ты. В смысле ты его убить не можешь? Ну-ка, понятно, что ты его убить не можешь, зато он может тебя убить. Очень даже, смотри, как хорошо может тебя убить. Вещи, опа! А, тут еще и геймрулки пидментаристы, я так понимаю. Ладно, повезло тебе. Но в любом случае, получается, я победил. Ладно, на самом деле победил не я, на самом деле сегодня победили мобы в Майнкрафте. Ну что, как тебе прохождение со мной было в Майнкрафте? Ты меня затроллил, да? Блин, точно, ты спалил меня реально? Вот получается, что так? Мне написали в чате просто. На самом деле можно было догадаться и самому, но в любом случае ты не смог догадаться. Я прошел Майнкрафт, 2000 рублей, давай жду. Договор есть договор, мы же не указывали, что нельзя троллить друг друга, правильно? Ладно, зато в любом случае можно сказать привет моим зрителям, потому что, ребята, если вам понравился этот ролик, вы можете поставить лайк этому ролику и передать привет нашему другу. Как тебя зовут? Тебя зовут Мой Кайф. Меня зовут Кайфуша. Кайфуша, передавайте ему привет в комментариях. Спасибо огромное за просмотр, Кайфуша. Спасибо тебе за эту игру в Майнкрафте. Ряд ты крыса.
Ребята, если вам понравился этот ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Возможно, я поищу еще ребят, с которыми смогу зависать подобный ролик. С вами был я, Думка, и Кайфуша. И всем пока-пока.